Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Короче, вот, рассказывай, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? Поехали. Уже не везет, ребят. Начало так себе, но знаете что? Есть чуваки, которые лутают, допустим, какие-то соты жесткие. А мы потом найдем медальон и с медальона украдем офигенные соты. За счет этого пойдет камбэк. Двини комки, буквально там даже половина не прошло времени. У тебя столько времени есть. Я могу забрать эти лампы, забрать Глашкура, подержать его в руке. Монеты вообще никакой нет. Нет Наги, нет пирата, нет Элема. Яд не предсказывает, да нет, это лампы. Если что, нет 3 на 2, то есть, ну, у нас... Парня, это прикольно. Кстати, если я присасываю то, что на нем бабл... Короче, бабл не будет, если я просто меха вставлю, а потом его присасываю туда. Бабл же пропадает, смотрите, если я ставлю с микромумию. Потом я делаю случатора, у которого есть бабл. Но бабл идет не отсюда, не с 24, а свой бабл. Типа я его присасываю к микромумии, кажется, он нифига не получает. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Ладно, неважно. Есть злопасности, чтобы получать с чашки, то есть два камня, из чашки 1-1 получить. Но улькосос, ребята. Арслан, какой год в листе? У нас довольно тепло в последнее время. Отсюда того, что было. Здорово, 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 где-то. Я меха в руке подержу. И тут вопрос. Мы забираем эту двойцу, или я просто левел пойду с продажей? Тест дракон на столе вроде как дает бафы чуть-чуть на раздражатора. Поехали. Берем по двойце, получаем по лицу. Но это прям самый плохой, конечно, вариант событий будет. Но я специально беру двойцу, чтобы чуть-чуть бафы получить. Ты сейчас разбиваешься, потом снова атакует, снова еще чуть-чуть сатов. Потом вот с камушков чуть сатов, если здесь где-то по мелочи набираем. О, oh, ноу. No. Налево, налево. Нечисто играли. Хорошо, хорошо, ребят. Остались не просто так. Ролл неплохой, согласен, да, ролл неплохой. Есть машинки, кстати. Есть улькосос на машинке. Подождите, еще коптер есть. Я могу сделать левел, пройти двоица, поставить раздражатора, поставить коптера, забрать улькосос. Улькосос будет получать сейчас кучу статов. Или подождите, или наоборот. Точно происходит? Точно левел. Точно продажа. Поставил продажа. Забрал, забрал. Вот здесь, ребят, думаем. Я могу смотреть, что сделать. Я могу машинки поставить. И чтобы коптер получал атаку. И, возможно, за счет этого будет больше атаки, потому что эта штука месть дает. То есть там три кусочка призывается, каждый кусочек... Это, ну, короче, 9 атаки потенциальные. Ну, хорошо, хорошо, ребят, погнали. Сата, нет, там как минимум 2 призывалы же. Потому что у нас был бы не фулл стол. То есть я бы коптер не стоял, было бы 6 карт на столе, так что эта штука как минимум 2 призывала. Так, это хорошо. Так, припички, отлично. Налево или направо? Хорошо. 31-12. Ладно, ладно, работаем. Ну-ка. Есть вакабот. Есть вонючая рука.
Я хочу вот эти машинки закинуть в Акабота, потому что ему нужно быть большим. Но мне нужно будет ребабл с чего-то еще. Скорее всего, не буду торопиться. Я могу левел пойти, но, наверное, не будем. Вот бы присоску найти, чтобы побафать, да? Пау! Что такое было? Я дракона буду продавать, он прям один из ближайших, что у нас на выход идет, поэтому тоже не хочу его бафать. Надо найти, ребят, присоску, надо жестко присосаться. И надо еще вакабот найти, то есть мы подролим. Я буду продавать бронзовика ради раздражатора, наверное, я не буду. Еще присоску ищем, еще что-то такое ищем заровское. Какой его на первый слот? Слушайте, ну мы молодцы. Мы вроде довольно сильно сейчас. То есть стол достаточно вроде хорош для того, чтобы доживать и пытаться лутать хорошие карты. То есть идет баф, получается, с коптера, идет баф с репликатора, идет, ну, со всего баф, то есть. Ой, репликатора с руки. То есть коптер, рука. Поэтому надо найти еще вакабота, чтобы можно было именно в него присосаться большим репликатором. Подождите, я проиграл? Ничья, да? Что? Так, есть приспешники, есть контракт. А чего будет больше сотов? Играя контракт, я получаю на мехов всех, получается, 1-1. Еще в магазе. Если остаюсь и ролю на мехов, то пойди контракт сильнее. Если я пойду в левел. А я в левел не пойду, да? Я левел не пойду. Я ищу еще присоски, еще что-нибудь. Подождите. Я могу его забафать в магазине, но придется присоску вот так отдавать. Либо вот так вот. Я хочу вакабота еще найти. Я его просто заберу. Мне нужен вакабот. Дайте вакабота. Я ищу, ребят, вакабота. Жестко ищу вакабота. Хорошо. Хорошо, допустим, ладно, ничего страшного. Захотел найти вакаботов, нашел 15. О, вау. О, вау. Подожди, он проценты поменял. Он такой, ты отснайпил карту в бабле. Победа 100 тебе. Всегда в тебя верил, Арслан. А если кидать машинки на присоску, а потом присоска собрать трепет и кинуть на условного кабота, машинки будут появляться? Будет ли в присоске еще присоска? Ну, вроде да, будет. Думаю, что должно. Ну что, вэвап? Одну присоску потратил. Вторую забрал просто в руку, седуй-ка. Он знает, он еще на... Понятно, понятно. Здорово, здорово, здорово. Молодец. Ну, жить хочется, поэтому можно на стрим забежать. Ба-бам. Ба-ба-бам, ба-ба-бам, ба-бам-бам, ба-ба-бам. Что ж ты бьешь?
Улькасос. На мехах улькасос, конечно, приятно очень. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну да, погнали. Да, минус бумный бот. Поставил Мурдалака. Присоску даем. Нервкоптера дадим. Да это поздно, как будто очень поздно. Дальше баф, как будто не особо большой. Да, вторую присоску перед баблом. Да, нерв все равно так. Пам-пам-пам-пам-пам. О, подождите, там следующий прогресс бьет. Фритычку надо. Но фритычки не получилось. Это было плохо. Я проиграл 20%. Так, один чел отлетел. К сожалению, карты механосителя не было видно на стриме, поэтому не справился. Ребята, врагорез отсюда, верите? Гон начали под ролем. Присоска. Забрал, хорошо. Рал. Еще рал. Еще рал. А? Есть! Есть! Бранбери, кстати, возможно стоило. Ладно, я нашел себе прогресс, нормально. Чтобы максимальный шанс на прогресс сделать. Был смысл, согласен. Ух! Так, теперь надо подумать, что мы делаем. Омегу забрать вместо тебя? Нормально? Надо меха Джаракса найти, там что-нибудь еще такое. Можно было Бранс не поддержать на меха Джаракса, но пробуем спросим, что есть. Бегал силен, подождите. Ну, точнее, может быть силен. Не надо. Там очень много всего призывается. Сколько? Ребублия. Один. Есть. Есть, ребята! Не выбили его, но справились. Зверь опять звери, да что ж такое-то? Что ж такое-то? Опять звери. Сейчас трепетово бахну. И сюда присемся.
Начало боя сработал. Возможно, даже Синдарай забрать. Подождите, Синдарай первый атакует, то есть продал сейчас коптера. Продал, ребята, коптера. Забрал Синдарай. Или тебя продал. То есть машинки создадим. Ради ребабла. Вас мы сами поменяем. После каждой победы на котике нужно кидать смайл. После каждого вылета, наверное, от противника. О, подождите. Я хочу минус 2 сделать. У меня вообще пара карт на столе останется. А пофиг, погнали. Ладно, не 3 на 2, не 3 на 2, надо усиливать тем, что есть. Яблочко. Ослабился, да ничего, я ослабился. Я получил врагореза в бабле 120 атаки. О, но... но... Клифф второй раз атакует. Клифф! Так, сайк. Минус. Ну, у меня считает верность, а. Ой, хорошо. Как же хорошо, ребят. Блин, на таких соплях каждый раз сражаемся. Есть. Ну-ка, кетган, ребята, кетган в чат. Вот в этот раз мы убиваем, в этот раз кетган. Там у тебя фаланга была 73-37, ты чё? Ладно, допустим. А-а-а, ребята, ствол дымится жестко. Жестко, ребята, ствол дымится. Надо как будто тебя продавать, тебя забирать. Потому что машинка все дала в итоге не очень хорошо, конечно. Но карта хороша против вот этого чувака, у которого через дуэт, возможно, там собирается. Может, там какой-то взрыв-костюм копируется, я не знаю, что-нибудь подобное. Ну, эта карта нужна мне. Ну, это просто большие статы. Минус вакабот. И в официантку. Пойдет, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. И внезапно ревубли. Ну-ка, что мне сейчас отдает? Там вакабот есть большой, там есть битбоксеры большие. И можно еще аномалию на этот... видите, она забафана через... Он вылетел? Взрыв-костюм! Взрыв-костюм, ребята! Взрыв-костюм! Взрыв-костюм! Взрыв-костюм!
Ладно, ладно. Варгайс огромный. Подождите, а или Вакабот лучше? Кажется, вот против зверей этого Кливия должно быть сильнее. Или нет? Чат, один или два? Наверное, Варгайс. Варгайс веселее, как минимум. Поехали так. Улькасос, конечно, Улькасос. Кливы, ну вот-вот, ребята, тоже кливы. Надо найти, знаете что? Может, тебя продать, что? Меха на Джараксус на Нисус на ветра. Бран, если дадут, я заберу его. Два Нисуса ветра, пожалуйста. Нет, нет. Что тебе не нравится? Ты такой у нас, подожди. Ой, ой, я на первый слот должен был поставить, и что ты... Ладно, не важно. Я должен был его на первый слот поставить. Я ради этого все... Я ради этого ее оставлял. А кстати, все равно, наверное, не выигрывал. Он настолько силен, вау. А, или подождите. Подождите. Птичка, ребабл. Второго ребабла не будет, там не хватает, да, никогда. Но если до шестого дроба добираюсь... Шестой дроп! А подождите, или там хватало? Нет, все равно хватало, чтобы не убить, ладно. Был бы ровно 9. Блин, я выигрывал, значит. Значит, не выигрывал, я не вылетал, если я поставил 8 драй на первый слот. Ну хотя он все равно мог, да, вылететь. Скажи, плохо ставился. Нормально расставился. Единственное, что надо было сценарий переставить. А все остальное отлично. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.